Друзья, перед началом ролика хочу показать свой набор MyProtein. Тут витамины только, никаких стероидов, там и нету никаких стероидов, чтобы вы не подумали. Глюкозамин для суставов, костей витамины. Альфа-мен – это ежедневные витамины А, В, С, Д, Е и так далее. И А+, это такие аминокислоты, валин, лицин, изолейцин и так далее. И омега – рыбий жир обычный. И, естественно, брауни протеиновые. 23 грамма протеина в одном брауни. Поэтому, друзья, ссылочка в описании. Покупайте, пользуйтесь. Приятного аппетита вам. Всем привет, друзья. Сегодня я вам расскажу, что с вами будет происходить, если вы откажетесь от кофе, от чая, от лимонадов, от всех остальных других напитков и будете пить только воду каждый день. Так как люди привыкли постоянно каждый день пить чай, кофе, какао и так далее, они не понимают, не осознают того, что их организм воспринимает эти напитки как вредные для организма напитки, потому что там содержатся кофеин, сахар и остальные другие, например, красители в лимонадах и так далее. Это все вредно. Если вы когда-нибудь задумывались о том, что будет, если исключить все эти напитки из вашего дневного рациона питания и вообще питья, да, и перейти только на воду, что будет? Об этом вы сейчас узнаете. Полетели. Первое. Вода помогает похудеть. Говорят, что если пить воду на протяжении 9 дней каждый день, то это будет равносильно тому, что вы будете каждый день бегать по 8 километров. Отчасти это правда, потому что вода работает как очищающее вещество для организма и разгоняет метаболизм. Отчасти это правда, конечно же. Так как человек в большей своей части состоит из воды, как бы это глупо ни звучало. Второе. Вода ускоряет работу мозга, потому что наш мозг состоит где-то на 70-80% из воды. И вода является питательным веществом для нашего мозга, тем самым помогая, улучшая работу нашего мозга. Если же вы не знали, что мозг состоит на 80% из воды, то обязательно влепите лайк прямо сейчас. Третье. Вода удаляет голод. Вы, наверное, замечали, что когда вы хотите кушать и начинаете много пить, то голод пропадает. Почему? Потому что вода наполняет желудок, тем самым удаляя чувство голода. Что это значит? Это значит, что если вы будете много пить, то вы будете меньше есть. А это, в свою очередь, значит, что вы будете худеть. Почему? Потому что вы не будете есть. Также часто такое происходит, что мы хотим пить, но начинаем есть. Хотя стакан воды бы нам облегчил все наши мучения. Четвертое. Вода вымывает токсины и продукты распада. Это замедляет старение, улучшает качество кожи, продлевает вообще жизнь и освежает человека в целом. Почему? Потому что мы состоим по большей части из воды, и чем больше мы будем пополнять наше тело водой, тем мы будем выглядеть свежее, бодрее и будем как огурчики. Пятое. Вода уменьшает риск многих заболеваний. Таких заболеваний, как гипертония, заболевания мочевого пузыря, рака кишечника, проблемы с печенью и почками. Но секрет в том, что главное отказаться от всех других напитков и пить только воду. Тогда у вас не будет этих проблем, не будет никаких заболеваний и будете жить долго и счастливо. Шестое. Вода улучшает работу сердца. Представьте мотор. Если в мотор не залить масло и покататься на машине, то мотор задымится и выйдет из строя. Так же происходит и с нашим сердцем. Если не пить воду, то наше сердце не будет охлаждаться и наше сердце выйдет из строя. Особенно если вы занимаетесь спортом, когда сердце работает на повышенных оборотах, так скажем, поднимается пульс. Там все нагревается, горит, кипит, и вы не пьете воду, то это очень вредно для вашего сердца. Оно будет, конечно же, деформироваться, разрушаться, и в конечном итоге просто выйдет из строя. 5 стаканов воды снижает риск сердечного приступа на 41%. Поэтому, ребята, пейте воду каждый день, и у вас не будет, возможно, инфаркта. Седьмое. Это самое крутое. Экономия денег. Просто представьте, сколько вы пьете чая, лимонадов, соков, кофе и так далее. Представьте, сколько денег вы тратите на чайные пакетики, на кофе, на лимонады каждый день. Это огромная сумма выходит в месяц. Но если вы не будете пить эти все вышеперечисленные продукты, чай, кофе и так далее, то
у вас сэкономится огромная куча денег. Вы сможете сэкономить в 10 раз больше денег и купить себе что-то реально достойное, что-то реально крутое, например, машину за месяц. Прикольно, да? Так, короче, взял, сэкономил вот с кофе, с чая бабок, купил машину на эти деньги. Вообще огонь был бы. Друзья, спасибо большое за внимание, спасибо, что посмотрели это видео. Покажите это видео своим друзьям, а обязательно поставьте лайк, не уходите без лайка, потому что лайки греют душу мне. Вот. И увидимся в следующем выпуске, да? Пока!